К этому празднику готовились давно. Благодаря депутатам, активистам и просто горожанам Новый год для жителей микрорайона Юраковский уже практически наступил. Близлежащие школы 13 и 17 также приняли непосредственное участие в мероприятии. А для всех был организован также и горячий чай. На массовое гуляние пришло очень много народу, как жителей микрорайона, так и просто услышавших шум музыки горожан. Поздравляли новочебоксарцев и официальные лица. Дорогие новочебоксарцы, очень приятно сегодня здесь наблюдать, видеть, чувствовать, что у новочебоксарцев, как всегда, остается зазор, остается желание веселиться, остается желание радовать близких, устраивать праздник нашим детям и нашим внукам. Костюмы для праздника были просто заглядением. Кто-то взял у знакомых, а кто-то специально к елке шил эти яркие красочные убранства. А вот Баба-Яга, которая во всех сказках отрицательный персонаж, наоборот, вызывала у детей массу восторга. Каждый год готовлюсь к этому празднику. Я Баба-Яга. Я живу недалеко здесь. Вот лес рядом. Это называется роща, которая. Мы все туда ходим. Хоруют. Я оттуда, я там. Баба-Яга, прилетаю на своей метелке. Вот моя метелочка. Она запылилась. Меня не ждали вы? А я явилась. Я желаю, я поздравляю всех с Новым годом. Здоровья. Главное, чтобы не было войны, чтобы мы жили все долго и счастливо. Я полетела! Танцевали, пели песни и веселились на празднике не только взрослые, но и дети. Большая украшенная елка, громкая музыка и сказочные персонажи создали для ребят настоящее волшебство. Звуки торжества раздавались на всю округу. От этого гостей на елке становилось все больше и больше. Мы тут танцуем, хороводы водим, вот. И тут, тут много людей. Там мы, в общем, веселимся, да, тут вообще все хорошо. Мне нравится этот праздник, потому что все тут танцуют, веселятся, раздают разные подарки. Как отметил организатор праздника, председатель ТОСа Юраковский Галина Филиппова, атмосферу волшебства и настоящего массового гулянья помог создать каждый, кто пришел на елку. Мы очень рады, то, что вот на наши предложения откликнулись. Мы развесили объявления на каждый подъезд дома. Откликнулись. Спасибо всем, что пришли. Поздравляем всех с Новым годом, с новым счастьем. Желаем всем здоровья, удачи и успехов. Иметь всем жителям нашего микрорайона мечту, и чтобы эта мечта сбылась. Я, честно говоря, не ожидал такого количества людей, раз. Во-вторых, такого хорошего настроения и такой уникальной, бесподобной погоды. И да. У самого настроения прям за бус перл. И собралось очень много народу, да. Со всех этих домов. Елена Фирсова, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.